Привет, ребята! С вами, как всегда, Башида и Дмитрич. И это канал Dmi One Games. Привет, привет, дорогие мои друзья. Ну что, Лёва, готов к жопоболе на финальном ограблении Пасифика? Готов, да. Ладно, горимая срака. Короче, дело такое. У нас осталось одно подготовительное задание. Оно, по идее, быстрое и почти не фейловое. То есть там, ну, только по дурости можно сфейлить или чисто по случайности. И финалочка. Я думаю, пойдем по традиции, как мы всегда делали финальное ограбление. То есть оставляли одно задание и делали. Итак, Лёх, пошли пройдем, наверное, и начнем. Сейчас опять позовем кого-нибудь с банды. Посмотрим, что и как. Мне уже 2000 долларов дали за хорошее поведение. Мне тоже дали 5 минут назад, до записи. Смотри, видишь, у нас здесь стволы лежат, короче, одежда, да, все да, как да, положено. Бомбы вот эти, которые мы с конвоя воровали. Итак, сейчас нам нужно добыть байки у байкеров. То, что мы любим, Лёв. Члену моей банды, всех членов банды. Я не буду кого-то там выбирать, кто зайдет, кто увидит, тот и пойдет. Так, ну что, ребят, пошли с нами вот такие вот люди. Лёх, тут задание проще некуда. Приезжаем на Куруми, раздалбливаем всех, кто есть, забираем каждый по мотоциклу и уезжаем на точку сбора. Там всего, по-моему, 1,5 или 2 километра. Нам сейчас дольше ехать, чем стрелять там, реально. Там пострелять-то... Нет, там народу много, Лёх, но они все быстро убиваются, потому что они все в куче стоят в основном. Там есть по углам зашкеренные, но их не так много. Кстати, Курума тоже немедленная, в принципе. Это считается спорткар. Да, да. Вот это. Ну куда без этого-то? А, у нас догоняет специально, да, чтобы это... Во-во-во-во-во, точно. Чувак, да, мы видим твою машину, мы видим ее. А теперь мы ее не видим. Вот до чего доводит тщеславие, да? Так, стойте. Стойте. Че, еще полицезреть тачку, или он к нам хочет сесть? Давай, давай. Кому хочет. Или ты хочешь на этом покататься? Это, нас там будет жарить очень хорошо. Все, давай. Сейчас надо маску одеть, Лех. Тут надо масочку. А? На G. Да-да, на G. Потрите G, чтобы одеть маску. Короче, начинаем, блядь. О, вали всех в голову. Вали всех. Эй, говно, ты что делаешь? Хуесос хрена. Так, валим всех. В голову. Если кого-нибудь убить. У Лёхи вечная проблема. Он не может никого убить, блин. Так, вон там один есть хрендель, прячется. Там с левой стороны. Эй, вы поосторожнее. Сейчас там кто-то упал так забавно. Там с левой стороны, да, вон, за ящик просто. Так. Контейнером. Вот он, да. Тут, кстати, бронежилет есть, но он, по-моему, не очень-то нужен. Опа, короче, только не ошибись, Лёх, потому что там байки бывают левые, стоят рядом. Потому что, когда мы отсюда выйдем с этой территории, появятся враги. Так, все взяли? Короче, Лёх, просто пытайся гнать. То есть и объезжать все проблемы. Пускай стреляют по тебе, ты не помрешь сразу. Что такое-то, блядь, происходит-то? Объезжай просто. Тут главное это... Осторожность, понимаешь? Здесь не надо стоять, не надо стрелять. Да, все, все. Я доехал. Еду, все, еду. Так, давай. Пока вроде никто не умер. Надеюсь. Маскировка включена. Сука. Я только тебя только что увидел. Меня же не видно здесь за кустами, да? Да, вот это прохождение. Грёбаное говно. Ну мы это сделали, Лёх. Пускай со второго раза, но сделали. Ну да. Вообще тут можно умереть так, если уж по чесноку. Так, Алекс больше всех людей убил. Эй, эй, ребята, наконец-то вы сделали всю подготовку. Готовы к финалочке? Пасифик, мать его, стандарт. Я очень вас верил, ребята, и не зря, потому что вы все сделали и все прошли, и теперь мы можем приступить наконец-то к финальной стадии. Опа, не ожидали, да? Какой я забавный, охренеть, да? Да, у меня до сих пор нет девушки, кстати, поняли? Так что дерзайте, дерзайте, пока я еще свободен. Так, ну ладно, хрен с ним, отпустим эту тему, потом к ней вернемся, когда вы все сделаете. Ух, какая я мадам.
Да, вы все очень классные, и ты, парень, тоже. Короче, вам нужно все провернуть и сделать это крайне быстро, аккуратно и серьезно. Наше бабло терять нам невыгодно вообще. Короче, смотрите на карту. Я просто так туда показываю, ну, чаще всего. Короче, не парьтесь, я думаю, разберетесь сами и не будете вообще в накладе. О, и Фосси ноль. Отлично, Лёх. Ой, блядь, подожди. Короче, одевайся в броню обязательно. Здесь по-другому лучше не связываться. Тачку можешь брать вообще любую, там нам только до банка догнать и все. Давай, ты поедешь, а я у них спрошу пока. Короче, Лёх, ситуация такая. Мы не будем пытаться делать так, как сложнее, так, как надо и так далее. Если вот нам предлагает человек, что мы сейчас возьмем и сделаем с вертолетом намного легче, то мы сделаем с вертолетом. Но если люди хотят сделать попроще, пускай делают. Так что так и будем проходить. Хочется и того, как говорится. Да, ну просто и не хочется по 10 раз переигрывать и деньги терять по многу. Да, вот в чем дело. Ну давай попробуем, получится у ребят сделать так, сделаем так. Не получится, будем на байках проходить. Так что не будем париться здесь. Так, потенциальная доля 687-500 у меня. Во, теперь мы начали вроде как надо. Только тут движение такое, что сбить могут. Ага. Так, погнали, погнали в банк. А, он на твоей тачке, что ли, приехал? А что? Да, да, на твоей желтой лимоночке. Так, короче, смотри, сейчас я раздаю вам пирожки. У нас пока обед. В общем-то, ты со мной идешь. Они остаются в зале, а мы идем вовнутрь туда. Так, пошли, пошли. Опа. Убиваем всем, да? Так, все. Так, не убиваем никого. Иди за мной. Иди за мной. Открывай ворота. Устанавливай заряды и открывай ворота. Так. Это пока вся работа. Ты не убегай, оно это не взорвется. Вон, человек сразу видно умеет играть. Он знает, что здесь делать. Он знает, что стрелять не обязательно, когда у тебя ракетница в руках. РПГ. Так, вторую открывай. Мне надо пулемет пока взять. Так, ты взламываешь, я прохожу. Сейчас там внизу будет два охранника. Так, давай я сейчас это вперед пройду. Сейчас я их попробую убить. Мне сейчас еще взломать надо будет сеть. Так. Так, все вроде. Пошли. Сейчас я взломаю панель, а ты пока стой. Уже идут. Так, мой компьютер, внешнее устройство. Блять, да что ж ты будешь делать-то? Я ж попадаю. Так, все, я взломал. Сейчас будет еще одна воротина тоже. Откроешь мне ее? Ух ты. Какая толстенькая, да? Иди, открывай мне еще одну. И все, и можешь, в принципе, здесь тусоваться на входе. Ну, если, конечно, не хочешь на деньги посмотреть. Так, я пока автомат сменю, он мне по большей части давай, не пока нужен. Там, посмотри, что там. Да, ты там поглядывай, там на карте видно, но они, бывает, и наверху просто остаются. Что такое там? Блин, у меня заглючило, я прям чуть ли не в стене оказался. Так, ты ничего не собирай, Лех. Надо, чтобы у меня все было, так надежнее будет. Посмотрю. Больше шансов, что мы довезем больше. Так. Блин, сколько бабла. А как поднять бабла? Заходи на канал Дмиван. Вот она тебе реклама. Почему нет? Как раз с баблом. Так, я один пойду. Правильно, правильно. Вот, блин, человек грамотный. Респект ему, уважуха. Эвил Стрит Вульф. Ты молодец, я надеюсь, что ты будешь с нами попадать почаще на задание. Так, в общем-то, сейчас доберемся до точки, нам небольшую заставочку покажут. Там есть мой любимый персонаж, Шоколадка называется. Вот они, смотри, пригнали. Ага. Вот он звонит. Привет, Шоколадка. Он меня постоянно радует. Короче, сейчас пока не лезь, Лёха. Отойди от двери вообще в сторону. Пусть они там разбираются, мы пока здесь прячемся.
Так, давайте, выходите. Сейчас он там разрулит сам. Короче, наша задача просто выйти, когда будет мало народу уже. Мы просто должны будем сделать чекпоинт. Так. Пошли, выйдем и зайдем сразу. Выходи и забегай назад. Так, все. Блин, в меня попали немножко. И нет. Рановато мы вышли, надо было этого еще, чтобы грохнули. Не, все правильно, все правильно, все идет по плану. Короче, смотри, что происходит. Все, все. Он сейчас забежит до байков, где наши байки стоят. Помнишь, мы оставляли? Да, он их взорвет. И нам покажут, что мы типа это зафейлили. И мы появимся прямо около байков. То есть там чекпоинт сработает, и мы там появимся. И все. И по идее, если там стоит вертолет, то мы просто улетим. Если не стоит, тогда поедем на байках. Нам убил, нифига себе, классно. Молодцы, молодцы. Да, Лех. Ты не стесняйся, там стреляй. Жертва принята. Улучшение магии. Знаешь, как там бывает. О, нифига тут у нас. Да. О, у нас там ребята. Короче, чувак сейчас должен уже, по идее, доделать все. Все правильно, Лех. Все, вот именно так оно и проходится уже тысячелетиями. Существование это. Взрывать, сейчас он сам взорвет, я думаю. Вертолет стоит, я видел его уже. Так, все, уничтожил. Давай, вот он, вертолет. Я лечу. Да, конечно, Лёх, давай, блин. Самое оно, ёпт. Так, погнали. О, правильно, я сюда. Все, Лёх, короче, сейчас, если все будет окей, то сделаем хорошо все. Так, на X можно пригнуться, чтобы это чуть-чуть обезопасить. Ох ты, ёперный театр, нехило тут. За нами погоня. Ой, блин, мы дымимся. Вот это плохо. Так, этот хочет по чекпоинтам проходиться, я так смотрю. Потому что, видишь, он летит не к лодке, а к метке. Ага. Это, кстати, с одной стороны хорошо, но у нас так дымится, что мы можем с тобой сейчас и это. Слушай, все пошло немножечко не так, как надо было. Братцы, добраться бы. А, нет. Что-то мне кажется, это плохая идея. Чересчур. Ну все, короче, блин, ребята, погнали так теперь. Судя по всему. Видишь, ты посмотрел, как на вертолете должно проходиться, и как проходиться должно здесь. Так что теперь главное, рули и никуда не врезайся, и не вылетай. Это будет сложнее, конечно. Это все будет намного сложнее. Но проходимо, Лёх. Вполне проходимо. Просто очень внимательно следи за дорогой, и все. На самом деле так тоже можно проходить, и очень даже с первого раза. Ну ладно, как получилось. Мы уже, правда, потеряли немножко бабла. Но это все мелочи. Лех, если даже вылетишь случайно с байка, то старайся быстрее вернуться и куда-нибудь съезжать с дороги подальше от копов. Потому что бывает такая ситуация, что ты можешь врезаться, но не умереть. То есть успеешь еще. Свали. Стрелять не вздумай вообще по копам. Я вообще просто еду и все. Блин. Меня чуть-чуть это с дороги спихнули. А, ты впереди что едешь, да? Ну я еду первый. Всегда поглядывай на карту, Лех, в эти моменты. Если видишь, что впереди коп, сразу старайся его обманывать. Потому что если ты не будешь его обманывать, то это очень плохо все закончится для нас. Так. Главное, Лёх, в конце, чтобы ты прыгнул нормально. Ну да. Просто разгоняешься, это выруливаешь с этого, с обрыва, ты его уже видел, после моста он будет. Да-да-да. Сразу нажимаешь F, как только вылетел, он у тебя спрыгивает с байка. И нажимаешь левую кнопку мыши, чтобы открыть парашют. Ай! Блять! Это... Сука, я врезался в машину. Ты живой еще? Да я-то живой, только мы потеряли, блин, это чуть-чуть денег. Сука. Надо же было так влететь. Хреново. Ну ладно, это не так страшно, в принципе. Я еду. Еще еду.
Так, ладно, доедем как-нибудь. Слушай, убей там этих копов, которые там будут, если они сейчас их не убьют. Те копы, которые около этого, около тоннеля. А, хотя я рядом с тобой прям. Да. Я даже чуть-чуть проехал. Все, Лёх, здесь поосторожнее. Здесь гористая местность, вот это вот. И здесь можно вылететь очень сильно. Блин, еще чуть-чуть попали. Но мы пока немного потеряли там 42 тысячи, это фигня. Тем более нам ребята очень добродушно отдали свои проценты. И мы все равно с тобой получим нормальный денег-то. Там коп слева. Тут на карту поглядывай, потому что здесь очень много моментов. Вот я сейчас тоже не туда поехал немножечко. Вот тут притормози, Лёх, здесь будет резкий поворот и обрыв. Ну как обрыв, ты там не помрешь. Но... Тут вообще не гони, здесь очень такие трудные моменты. Так, он там убил, я надеюсь, этого копота. Ну видишь, говорит, что вы психи. А, он убил его, ну слава богу. Так, идем пока нормально, вот. А, у меня щеки горят. Руки потеют, щеки горят. Слушай, а у него вертолет, а как у него вертолет-то оказался? Так, Лех, давай сейчас, короче, разгоняемся. А? Так, я даже Е нажму, чтобы ускорение заюзать. Вот так спрыгиваешь и сразу юзаешь парашют. Много раз нажимай, потому что парашют у тебя может не открыться прям сразу. Бля, почему у нас копы-то до сих пор есть? Блин. Ты... Теперь рули, короче, к лодке. Ну, вдоль реки. Я упал, короче. Я живой еще. Ну, ты живой. А как ты добираться будешь? У нас 4 минуты, чтобы ты добрался до нас. И чё? Ой, фос. Фос, покончил с собой. Неужели? Ах, неужели, Лёха, не говори. Потому что это что-то уже превращается в какой-то каннибализм, бля, чистой воды. Потому что, блин, я не пойму, что делает. Мы едем, короче, на байках. Люди едут, кто на вертолете, кто на байке. Нам сейчас надо пересесть на лодку, добраться. Но, кстати, мы с тобой потеряли всего 55 тысяч, грубо говоря. Это хороший результат на этом ограблении. Плюс нам дали хороший вообще процент. И теперь мы можем спокойно убираться отсюда. Главное, чтобы сейчас никто под лопасти не попал или не взорвался вдруг внезапно. Ни с чего просто. То есть здесь главное еще это. Нормально сыграть, как говорится. Так, я за рулем. Давайте залазим. Фу, неужели, Лех, блин. Че он делает? Хочешь тебе пальцем в жопу, что ли, ватку? Нет, где мне сесть? Я не понимаю, что он хочет вообще этим сделать, пальцем этим. Все, Лех, Лестер уже беснуется, говорит, что все прошло неплохо. Ну, сколько? 3 попытки, ребят, честно говорим. 3 попытки мы делали это задание. Все. И вот моя палка. Привет, друзья, как у вас дела? Блин, вы молодцы. Вообще, я не ожидал от вас, что вы справитесь, потому что вы с виду не очень были. Ну, что поделать. Так, нет, с тобой я не буду здороваться. Я уже поздоровался с вашим лидером, и этого достаточно вполне. Короче, я сидел тут, смотрел с дрона, как вы все это делаете, как вы лажаете, еще раз лажаете. Ну, вы все-таки доделали все с 53-го раза, и все было офигенно, ребята. Ай, блин. Так, ну что, наверное, деньги вам надо, да, перекинуть? Хотя, знаете, пока вы не ушли, я вот хотел у вас спросить. Помните времена, когда мы с вами тусовались вместе? Помните, как на пикник ходили жрать пиво? В лесу фоткали селфи в Инстаграм с 5 подписчиками? Да, обязательно, да. И, короче, мечтали и болтали. Были лучшими друзьями, рассказывали о своих удачах и только неудачах. Эх, стоп, так это были не вы, что ли? Это с кем-то я ходил-то? Чё за дерьмо-то? Блин, это ж не вы были вообще. Чё я несу?
Блин, совсем уже обкурился. Ох, извините, я просто новые препараты, я к ним еще не привык. Да, там лошадиная сила, вся фигня там. Так что, ладно, короче, давайте я вам деньги скину лучше. Это тебе. Это тебе. Так, что это было сейчас, Лёх? Не знаю. Я что-то не понял, блядь. Какого жуя? Наверное, уже познакомился с ним. Все, валите, короче, ребята. А я пойду смотреть новый сериал. По Netflix. Ограбление пройдено. Пройдено. А кто платина? Кто платина, блядь? Так, смотри теперь. Итоговый доход, смотри свой. Чистый доход. Лям 200. А, ну ты же выполнил все по порядку. Тебе должны были дать за все по порядку денег, да? Миллион. Да, да, да. Да. Ох, да, все, да. Лех, в следующем видео покупаем, короче, тебе базу и покупаем себе тачки новые. Я думаю, мы заслужили. А мандарины? Ну и мандарины, конечно же. В пятерочке. Потому что что? Пятерочковые? Ну так, ладно. Так, ну чё, всё, блин, Лёха, я тебя поздравляю, мы прошли все 5 сюжетных ограблений. И, в принципе, неплохо потрудились. Ой, чуть-чуть все, ну, чуть это... под землю все не ушли. Да-да, я вас чуть не опустил. Да-да, спасибо всем ребятам, кто помогал нам проходить все эти 5 ограблений, кто вообще 30 платиновых. Ну, у меня давно уже 30 платиновых. Чуть-чуть потанцевать. Ля-л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 я. Так, блин. Во-во-во, Лёха уже начал тратить, ёпт. Ой, блядь. Лёха уже начал тратить бабло. Да, выделим с тобой серию, купим нам по тачке какой-нибудь. И это... Ну и посмотрим, что ещё. Ну, помимо базы. Так, погнали. Присаживайся. Так, не, ребята молодцы, сделали всё. Да, не без проблем. Ну чё, Лёх, посмотри, сколько у тебя всего денег, сколько в банке, сколько там. Перекинь себе то, что надо, куда надо, и скажи итоговую сумму. Так, у меня... Ну куда без этого? Нормально мы, короче, всё прошли, не без проблем. Блин, охренеть, у меня денег. Ну прошли. Ой. Сколько денег? У меня много денег, Дим. Сколько? У меня 2,5 ляма. Охренеть, 2,5 ляма, блин. Лёха... И на 2000 ещё больше. Ну, 2500... Ну что, Лёх, тогда прощаемся. Мы сделали это крупное-крупное дело. Теперь у нас будет судный день, но это будет, конечно, чуточку позже. Будем разбавлять ограбления другими какими-то делами. А вам хочу сказать спасибо, что были с нами. Поддержите нас лайком, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также, конечно же, пишите свои комментарии. А мы, конечно же, в свою очередь пообещаем, что будет еще куча разных видосов с разных дел, занятий и развлечений. Спасибо, ребята. Пока-пока. Пока-пока.